Всем привет, дорогие друзья! Очень рад представить вам своего нового товарища, обновленного, переплетенного. Это у нас нефритик, по-моему, вьетнамский. Сеструха мне привезла нефрит. Вроде он как крашеный, но он очень необычный. Реально меняет структуру. Очень интересный в плане глубины. И, соответственно, здесь у нас бусина дзи, которая раньше была выжжена по принципу пирографии. Это кость. Но я ее, в общем, гравернул. Здесь идет гравировка. И, собственно, мои инициалы. Макс Горький. Здесь янтарек дикий, необработанный. Принцип узелковой техники, скользящий узел. И, насколько я помню, вот это тоже медовый нефрит. Чу-чу. Делается так. Довольно туго. Очень нравится вот этот шнур капроновый. При правильном плетении все очень туго и надежно. Классно носится. Все как надо. Вот такая красота получилась. Всем спасибо за внимание. Всех обнял. Обращайтесь, мало ли. Может быть, у вас будет такая же красота. Реставрация, изготовление, культура. Есть о чем еще рассказать, но об этом позже.